Вот тут все сюда сидят. Вот видишь. Недооценки соперника здесь быть не может. Мы не в том состоянии команды, что мы кого-то можем вообще недооценить. Он для нас, сколько я работаю в Рубине, еще ни одна игра, даже которую мы выигрывали, там, не знаю, с крупным счетом, легко не складывалась. Поэтому мы прекрасно понимаем, что для нас любой соперник – это соперник. Хватило атакующего потенциала, нам не хватило свежести, поэтому я и говорил о том, что очень важно максимально долго, скажем так, быть в игре в плане результата, потому что я понимал, что у нас будет ограничен атакующий потенциал. Всем привет! Я передал привет! Быстрее, смотри! Весь сезон играет на свежести. То есть получается, что когда мы в хорошем функциональном состоянии, мы играем хорошие матчи. Если где-то состояние не то, в силу разных причин, то, соответственно, нужно уметь играть и выигрывать матчи, которые не выигрышные. Вот это самое важное, если мы говорим о больших командах. Мы пока так не умеем. Лучшие спортивные события. Играй с ним весна.